пятницу в Самарской области пасмурно, без осадков. Днем минус 1, минус 3 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно, в светлое время суток минус 1, в темное 2 с минусом. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем минус 2 градуса, ночью 3 ниже 0. Южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями. Днем минус 2 градуса, ночью минус 3. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 54%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.